сюжет, который подготовил наш корреспондент специально для вас, дорогие зрители. Что только не делают с автомобилями. Симферопольский предприниматель Асан Егияев при выборе личного транспортного средства обращает внимание на качество, марку и технические характеристики. А вот после приобретения вносит свои коррективы. Сделали легкий стайлинг зеркал заднего вида. А помимо полировки еще сделали, покрыли машину жидким стеклом в 3 слоя. После чего она преобразилась и появился такой более... яркий такой блеск. Детейлинг кузова, нанесение защитных покрытий, существенное преображение. Все это разновидности тюнинга, так называемой доработки автомобиля. Яркие цвета, сочное сияние. Максимальный апгрейд. Помимо красоты, это мы дополнительно работаем с чип-тюнингом. То есть это не красота, это скоростные ходовые характеристики. Также мы избавляем автомобили от экологии, вырезаем катализаторы, сажевые фильтры. То есть это тоже никак не связано с красотой, это связано с механическими проблемами, которые есть в автомобиле. Керамика, жидкое стекло, лаковый слой – это лишь часть средств для полировки автомобиля. Процесс сложный, может занять до 2 дней работы. Еще он требует большого опыта, знаний и профессионального оборудования. Полировка нужна для того, чтобы срезать царапины с лакокрасочного покрытия. То, что вы видели, это и есть этот процесс. Машинкой срезается слой лака вместе с царапинами и достигается зеркальный эффект. Добавить лоска и подарить новую жизнь – одно из наиважнейших деталей авто. Процесс реставрации руля – работа щепетильная, и нюансов здесь хватает. Краска уже слезла, и это уже именно основание кожи, то есть, ну, вот, до выделки. И получается, вот это надо будет все полностью вышлифовать, выровнять и, ну, положить вот, ну, тонкий слой именно краски, и тогда будет вот, ну, такое же заводское состояние. 35, 100 и даже 270 – это лишь примерный диапазон цен. Кстати, он может колебаться как в одну, так и в другую сторону. В любом случае, это не дешевое удовольствие, чтобы оформить свой автомобиль. Автомобиль обклеен антигравийной полиуретановой пленкой, на кузове она незаметна. Ее функция – защита от царапин, сколов и мелких дорожно-транспортных происшествий. Ну а если в ваших планах кардинально изменить цвет, как, например, здесь, с черного на белый, то вам поможет виниловая пленка, которую для этих целей и используют. Альтернативная оптика, замысловатые спойлеры и другие чудеса аэрографии. Перечислять можно долго. А вот увидеть яркую необычную машину собственными глазами не на фотографиях, а на дороге сложно. Решаются на такое перевоплощение немногие. Зато продемонстрировать свой креатив они могут на ежегодных тюнинг-шоу. Ирина Барилюк, Роман Ананьев. Утро нового дня.